Всем привет, меня Александр Навасов. Сегодня я играю в Far Cry 5. Это обычная игра. Мы начинаем проходить. Итак. Слышал, ты познакомился с Иоанном поближе? Чел есть. Так. Ну, а сегодня мы идем туда, куда мы должны были идти. Так. Да, нет, по-моему, еле живы остались. Был чел какой-то, по-моему. Сразу давайте начнем. Ребят, вы на канале Навасов, так что, пожалуйста, сверните видосик, поставьте лайк и подпишитесь на канал, это важно, ребят. Ну и если вам понравится видеоролик, то обязательно напишите комментарий под видео, снимать ли дальше такие видеоролики. Ну а мы начинаем. Мы сегодня едем к нужной нам точке. Сегодня мы едем в этот, как его, вот сюда, вот, в это место мы едем. Еще я здесь не был, но все-таки я попробую сюда переместиться. Так, мне нужно сюда. Так, давайте сначала сюда съездим, а потом будем думать уже дальше. Я пока что по путешествию уже перемещусь сразу, ну чтобы не тянуть время на поездку. Так, ладно. Так, и сейчас мы поедем туда, куда я вам обещал съездить. На этот остров. Так, у нас есть наш этот Грейс, помощник. Так, люблю ясные дни. Этот домик этого, понятно. Так, но нам надо идти туда, так как я уже был в этом лесу, так как я помню здесь, что делалось уже, так как я переместился очень далеко, даже, можно сказать, очень далеко. От того места, где я был, из Falls End я вернулся обратно, оттуда, откуда я начал. И, в общем, сейчас должны переплыть реку. Так, а чё, Грейс, ты чё делаешь, алло? Почему? А чё, я так тоже могу? Ладно, мне так и так устраивает. Так, мы перемещаемся в этот остров. Вот есть это мост. Так, поехали. Ну что ты делаешь-то? Так, река Хейбен. Так, окей. Это где? Новое место у меня появилось. Так, дерево там что-то такое. Понятно. Пока что ладно, я не буду там ничего смотреть, потому что это Falls End, по-моему, насколько я помню. Насколько я знаю, что север есть там, то, по-моему, где там Falls End. Так, окей. Меняю позицию. Здесь, по-моему, я был. Так. Смотрите. Значит, идем сюда. Так, переплываем реку. Так. Так, это что такое? Какие-то хрени. Так. Мы же можем как-то перебраться? Я пошла. Нужно найти обзор получше. А там точняк, враги какие-то есть, ребят. Все-таки враги там есть какие-то. Но перепрыгнуть я не могу. Так, возможно, здесь будет какой-то вход. Нет? По-моему, должен здесь какой-то вход быть. Ну, наверное. Я не знаю. Пошли. Меняю позицию. Но если Грейс кого-то заметил, то значит, здесь кто-то есть. Так. По-моему, это не. Сделаю им сюрприз. Спасибо, что спас мою задницу. Да, конечно. Все? Ты мне нифига не скажешь? Найду позицию получше. Так, этих мы завалили. Не зря я, конечно, сюда пришел. Ну да ладно. Пошлите. Здесь должен быть какой-то вход, я не знаю. Вот его нет почему-то.
А на мост перебираться это очень долго. О, лодка есть. Как раз на лодке можно вообще этот остров переплыть, наверное. Короче, нам надо как-то попасть туда. Попасть туда я вообще как-то не знаю. Как туда попасть? Могло быть и хуже. Так. Давай залезай сюда. Окей, пошли. Давай сюда. Сейчас поплывем. Поехали. Во! Твою ж мать! Зачем я брал тогда лодку? Пошли. Так. Ну все, по-моему, мы зашли. Тут какой-то дом. По-моему, здесь кто-то есть. Мышь какие-то. Сюда иди. Куда идем? Так, обыщем. Пока что эту позицию обыщем. Так. Здесь в доме ничего нету. Ни хрена вообще. Вообще пусто. А там чё? Твою мать. Охота, тоска. Слишком просто. Так, во. Чел, ты кто? Не можешь поменять колесо? Эдемщики хватают всех подряд. Надеюсь, они не заберут Джорджа. Так. Говорил ему, что он староват для солдата, но он не слушает. Ты можешь проведать его? Я волнуюсь. Окей. А где Джордж? А, ну, в принципе... А, вот он. У нас где-то была эта фигня. Давайте, садимся. Погнали. Поехали. Стой. По-моему, этого сейчас убьют. Сейчас все сгодится. Да ладно. А где он? Чела уже нету. Поехали. Если наткнемся на блокпост, то сразу. Что такое? Еще жива. Че, поехали. Я не знаю, что. Доверяю этому мосту. Что-то тут не так. Здесь какой-то дом. Давайте его обыщем. Неудачное место. Сменю позицию. Ключи. Смотри, что будем делать? Да кто еще здесь шляется? Он снаружи! Ложись! По-моему, я своих убил. Я ранена! Помоги мне! От чего? А, да. Помоги! Пошли! Я немного не ту кнопку нажал. Ну да ладно. Я так и хотел. Вспомнился Афганистан. Давайте, поехали дальше. По-моему. Поняла! Волка мы убили. Все пригодится. Где у нас враги-то еще? А, вот он. Ну ладно. У нас проблемы. Поняла тебя! Ну, мочи, 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 мочи! Мочи! Пошли! Там снайпер! Минус один. Так. Угроза устранена. Им конец! Меняю позицию. Пойми, как раз оплачу. Так. Ну, убей его! Ну что, ему самого убьешь? Самому дышу. Здорово. Жду.
Так, здесь мы открыли какую-то фигню. Так, и теперь мы дальше, да, давайте поедем дальше. Дальше. Еще один. Поехали. Можно передохнуть. Вряд ли я на машинистке проеду. Ну ладно. Вряд ли тут даже было. Давайте возьмем квадроцикл. Пойдем, мы могли так сделать. Поехали. Надеюсь, сводишь ты лук. Давай, 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 садись. Быстрей. Чеда тут же убьют. Попробуй отыскать его и защитить. Поехали. Вперед. Забирай. Тебе про меня много рассказывали. Люди. Здесь. Можно передохнуть. Ну блин! 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 Так, все, приехали. Я пошла. Нужно найти обзор получше. Так. Блин, откуда, блин, от где войти-то? А, в принципе, ладно. Так. Давайте. Погнали. Давай, так. Так. Тихо, осторожно. Помню, это то самое место, ребят. Вот, точно, то самое место. Ну а помочь-то кто? Поможет? Так. Собака. Тише.
Стреляй. Иду на другое место. Я убью всех неверующих. По-моему, это все. А что это за место-то? Я так и не понял. Теперь у нас наше. Дом Иосифа, это наш. Так а в смысле, а чё? Он должен был быть там. А вот его нету. Что за фигня? В общем, вот мы открыли этот остров. Ну, не совсем, но ладно. Что эти мы его всего открыли. Весь дом Иосифа открыт. Тут какой-то костер. Тачка моя была. Сейчас все сгодится. Поехали. Если наткнемся на блокпост, будь осторожен. Твою мать. Ну давай ехать. Грейс мне ни разу еще не помогла. Видите, она не помогает. Она как-то фигней занимается. Тачку садись.
поехали, поехали. Я с тобой. Завалит просто. Гигрейс. Везде почему-то. Держать ухо востро. Продаем. Так. Пусть только сунутся. Мне этого достаточно. Неудачное так. Место. Сменю позицию. Не что? Думала, что эта пушка мне пригодится.
Только чокнутый пойдет против него. Так. Здорово. Одного. ФЗ. Погнали. Вот. А, у меня здесь есть лестница. Давайте по этой лестнице пойдем. Так, сюда. Так. Журнал навыков. Так. Ну, домик все, мне больше домик не нужен. Так, давайте спустимся. И погоним дальше. Куда идти? Нет, да. Там есть какая-то тачка. Давайте дадим до тачки. Или это не тачка, это тачка. А нет, такие-то это тачка. Грейс, блин, плыви сюда. Эти психи вместо мишеней стреляют по живым людям. Нужно положить этому конец. Им нас не взять. Меняю позицию. Отсюда ни хрена не сделать. Так, поймем сюда. Знаки. Мешок. Так, окей, поехали. Найду позицию получше. А где он? А вот он. Нет, это не он. А где он? Где чел, которого я завалил только что? Ну, да ладно, поехали. Надеюсь, сводишь ты лучше, чем стреляешь. Я тут. Я иду!
Если наткнемся на блокпост, будь осторожен. Я должен сделать. Ясно, погнали. Как же так? В тачку сядь ты, блин. В тачку сядь. Ну, веди. Пойти не стреляй, да ладно. Так. Надеюсь, будешь ты лучше, чем стреляешь. Да не стреляй. Я только учусь общаться с ним. Я еще взорвался, да ладно. Все, или все. Позови врача! Открылся у нас, это Яков Сид. Сейчас проверим. Так, ладно. Так, это где я? Коктейли Молотова. В общем, нет места. Что надо? Ладно, куда мы едем дальше? Блин, ладно. Пусть будет на так. На твоем месте я бы не стала здесь есть. Не рискуй. Погнали, знаете, куда я поеду? Давайте я поеду. Это Джесс. Где вертолет может? Ну да ладно. Пошли. Окей, пошли. Побежали. Блин, вертолета нет, жалко вообще. Был бы вертолет, был бы поинтереснее. Но вертолета здесь нету. Стой, стой! Стоп, 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 стоп! Не знаю, зачем, но спасибо. Я, короче, сейчас, кто еще не понял, я запрыгнул, короче, на крышу машины, она меня прокатила и, в общем, садись в тачку. Все, поехали. А, ты еще не сел, давай садись. Можно передохнуть. Едем, 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 едем. Есть. А это вообще тоже какая-то, видимо, точка или нет? Стоп. Это важно. Важно.
Ясно. А ты кто? Езжай аккуратно. Кто? Ну, пошел в жопу. Кто? Только не поцарапай! Дерьмо! Черт! Нужно найти укрытие! Блин, не брать! Что за черт? Опасно! Я иду! Это не свои? Не свои. Яков захватил помощника шерифа. Илай попросил одного доктора придумать, что нам делать с судьями. Давненько о ней не слышно. Пойдем узнаем, как она. Еще жива. Дерьмо! Не беси меня, парень. Все говорили, зачем тебе в ополчении, дура? Ты и стрелять-то не умеешь. Так. Что ж, благодаря Тенни я больше не боюсь эдемщиков. Это они меня боятся. Так. Давайте кого-нибудь снимем тогда. Например, мне не нужна эта. Это я кого снимаю? Нет, не этого. Этого снимаем. У нас остается один слот. И мы нанимаем. Вон там, да! Так, как раз вот. У нас получается вот так вот. Поинтереснее. Блин. Так. Пошли. Это. Давайте снимем. Ладно, Крис Китона тоже снимаем. Нафиг мне нужно. Как дела, друг? Все. Если наткнемся на вопрос, будь осторожен. Ехали. Эй,
поехали. Надеюсь, сводишь ты лучше, чем стреляешь. Шутка. Я только учусь общаться с людьми. Пошли. Кто здесь? Я пошла. Нужно найти отсюда положение. Конечно, меня уже завалили. Ну! Вообще капец, короче, убили меня опять. Ну конечно, я вообще не, походу ее не смогу сменить. Да, это надолго, короче, ребят. Ты там оказалась-то, ёп! Твою мать! Ну в жопу тебя, короче, я не знаю. Как с тобой еще? Спокойно,
обработать. Можешь осмотреть. И спасибо, что присматриваешь за Джесс. Она-то считает, что круче нее только яйца, но мало ли ты что. Ты умеешь за себя постоять. Она любит попадать в передряги. Спасибо, что спас. Я Джесс. Я выслеживаю урода по кличке Повар. Этот тип злого плоти. Его нужно прикончить. За мной, сюда. Пошлите. С тех пор, как здесь объявились сектанты, нормальную снарягу не видят. Он сжигает людей заживо. Ладно, идем сюда. Танцы забирают всех. Они вытащат тебя из дома, из бара, из церкви. Им похер где ты. А потом тебя определяют в одну из двух групп. Сильные и слабые. Яков собирает армию. И тот, кто не может или не хочет стать солдатом, умирает. Прорядить стадо. Так он это называет. Уничтожение невинных людей. Никто не верил, что это правда. Потому что никто не хотел верить. Сменю позицию. Настоящая маленькая армия. Так. Сердце сейчас лопнет. Повар, любимчик Иакова. Так. Главный по очищению. Он поверил во все, что несет Иаков. Так. Ничего, эта мразь получит по заслугам. Что такое? Точно убьют. Черт. Не хочу умирать. Да уж. Что-то у меня с ним пошло не так. Никого из нас не пощадят. Ну никто не делает ни хера. Давай назад бой. Боже, мне нужна помощь. Твою мать. Твою мать. Твою мать.
с вами работать. Уже в пути! Лучше не брать! Капец, вообще с этим Нилом работать вообще невозможно. Я этих убиваю, он должен был убить этих двоих. Он их не убил, он ни хрена не сделал просто. Я вот не знаю, как с ним работать. Я не знаю, меня завалили, все. Их начали валить с пулемета и вообще их не сказали. Короче. Не могли нормально все сделать. Ладно, давайте. Это? Давайте по карте. Заспавним кого? Давайте акулу заспавним, не? А, ну у меня есть этот. Дебил. Слагал так. У меня есть этот дебил, который не стреляет. Ладно, погнали с Нилом тогда. Давайте. Прикрой, я пошел на юг. Его нигде не вижу. Зато я вижу... Осторожно! Там, сектанты! ...вращаются с людьми, как с животными. Держат их в клетках. Ну, так, понеслась. Окей, погнали. Только не шуми. Или пленников убьют. Тихо. Мне здесь нравится. Подвигаюсь. Прикрой. Хорошо. Они же чокнутые. Так. Спасибо. Есть и другие. Их увели в горы. Как же я ненавижу этих жалких. Здесь труп. Что? Эй, у меня для тебя ключи! Так? Деньги? Дурь? Сделай что-нибудь. Надо? Не то мы здесь загнемся. Сейчас. Они еще не знают, на кого. Помоги! Они будут пытать нас. Ну и дела. Не бросай нас в беде. И что делать? Как открыть? Сраные говнюки. Они не видят. Помоги мне. Эй, пленники, освободи их. Как? Церковь, Никол, прошу, вытащи нас отсюда. Как я? Бежим в подходящий момент. Помоги мне. Ну и что, и как? Помоги! Они будут пытать нас. Так. Что бы сделал шериф? Думал, мне точно каюк. Спасибо. Эй, помоги мне. Есть еще люди. Повар забрал спасибо. Их в горы. Боже. Повар. Он забрал остальных, увел их в горы. Знаешь, почему его зовут поваром? Пару лет назад ему поручили расправиться с одной семьей. Сюда. Родителями и детьми. Он заставил их голодать. Не давал им ничего. Даже воды. Их мучила жажда, и им пришлось начать пить свою мочу. Дети отказывались. Родители пытались заставить, но детей рвало. Повар был недоволен. И тогда он вздернул родителей на столбах под палящим солнцем. Пошли. Да.
собирать гильзы и делать патроны. И чё, куда? Погнали. Окей. Сменю позицию. Джесс. ДМщики, там. Джесс, иди сюда. Дальше надо идти. Так. Очень надеюсь, это в экспериментах на животных врут. Так. Так. Дроны какие-то есть? В общем, тут немного осталось тогда. Так. Так. Когда они перестали кричать, я осмотрелась, но он... Давайте. Пропал. Так. Растворился, как демон в ночи. В общем, теперь ты знаешь, почему он пропал. Их души увязли в грязи! Их души увязли!
Ну конечно, блин! Конечно! Прям в этот момент надо было, конечно. Давай! Валим! Ну? Ну? Нил. Эта мразь заслуживала худшего. Еще не окончим. Сейчас будет жарко. Одной тварью меньше. Чего не сделаешь для выживания? И что? А ведь я мог сдохнуть. Ладно. Так, здесь все. Пустота. Дач был прав. Повар мертв, и я ничего не чувствую. Я всегда хотела найти его. И вот я потеряла смысл жизни. Может, так, ладно. Так, у нас теперь новый отряд. Ну что, значит, вернусь к так. Старой жизни. Выживальщики, это... Чё за дела? Наши поля! Ещё кто-то. Здесь, так. Мы это все открыли. Это вы. Ну и давайте, наверное, последнее то, что мы сегодня откроем. Это давайте будет. Давайте. Это вы, это из центра. Так, само можно. Давайте туда. Съездим тогда. Обожаю убивать эдемщиков. И на этом мы закончим тогда наш видеоролик на сегодня. Давайте доедем сейчас. Так, ребят. Осторожно. Опять. Да ладно. Так прыгну.
Бей, убей. Осторожно! Спасибо. Вот это вот прямо сразу стреляет. А где? Бежали? Так. Сейчас добегаем, проходим эту вот фигню, до которой добежим. И на этом закончили наш видеоролик сегодняшний. Так. Так, там кто-то есть, по-моему. Бей, 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 спасибо. Вот это вот прям сразу убивает. Кто нашел, берет себе. Твою мать. По заслугам. Бежим, 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 бежим. Не успею. Спасибо за помощь. Соси лапу, абсорб! Я слышал, что людей забирают в центр Клык, чтобы потом тренировать волков. Пожалуйста, останови этот беспредел. Вся жизнь прометнула в глазах. Давайте, побежали. Иду! Прыгаем. Вот он. Это Уэйд из центра Клык. Это Уэйд из... Как раз вот это вот последнее, то, что мы все не пройдем. И это как раз... Это Уэйд из центра Клык. Это Уэйд. Как раз пройдем и все, и закончим. Кстати. Меня заманили сюда. Под ложным предлогом. Заблуждение насчет родины себя и его земли. Я был глупцом от наверное лжи, но себя отнеслись ко мне очень тепло, и теперь я знаю правду. Что-то придет, и мы погибнем, если не подготовимся. Слабость поразила наш мир. Сила. Единственный путь к тебе. Яков Сид поделится ею с нами. Он научит нас защищаться. Он сделает нас сильными. Так, куда дальше? Я помощник маршала Стейси Брат из управления шерифа Округа. Я буду тренироваться, убивать и приносить жертвы на внизу! Okay.
хочу, чтобы это трусливое ничтожество знало, я слежу за тобой. Мои охотники так, скоро найдут вот. Тебя. Ты не сбежишь. Давайте посмотрим сейчас оружие. ДМщики забрали много выжи... Продаем. Одежде давайте костюм. У нас есть ковбойский костюм какой-то. У меня это за 9000. Здесь за 5 можем купить раньше. Здесь за 7. За это на 4 вот есть. Ладно, давайте сейчас еще раз пройдусь. Нет, не то. Прическа нет. Главный убор нет. И руки. Это все не то. Ладно. Не то, блин, опять. В общем, на этом мы и закончим, наверное, наш сегодняшний видеоролик. Ребят, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Навасов. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Навасов. Ставьте лайки. Я уже сказал. Ставьте лайк. Пишите комментарии под видео, и всем удачи, и всем пока. Все. Всем пока. Пока.